сегодня сегодня 30 число у нас. Да. И мы решили сделать сегодня последний день нашего воркаута, то есть он джим работает. Вот. И у нас остался последний 25 интенс full body workout. Время пришло, Леш, доделать наш челлендж. Вот. Все, погнали. Начинаем. Блин. Доделать этот челлендж. Так, первое упражнение у нас jump rope, ну разогрев. 45 секунд. Поехали. Так, сейчас бюрпис, 30 секунд. Так, следующий упражнение у нас hanging on the bar, switching arm. 12 раз лишь. Так, вармап мы закончили только что. Мы сделали 3 сета вармапа, jump rope, burpees и hanging on the bar. Следующий у нас идет push-ups, weighted vest. Делаем с весом 25 паундов. Че, Леш, поехали? 25 раз, сколько сможешь. Так, Кирилл делает weight push-ups. Наше первое упражнение. Давай, Кирилл, дожимай, дожимай. Все, это последний день, Кирилл, 25-й. Упражнение close triceps extensions. Тоже с весом, 10 раз. Тоже 25 паундов будем использовать. Вот. Поехали, Леш. Так, следующее упражнение у нас explosive push-ups, 25 раз, поехали, Леша. Так, следующее у нас упражнение это pull-ups, подтягивание с весом, 12 раз, поехали, Леша. Easy. Так, слышал, у нас упражнение это jumping one arm pull-ups. Че, поехали, Леш? Давай. Следующее упражнение bar curls. 10 раз. Давай, Леш. Так, следующее упражнение на сквад, тоже с весом, 15 раз. Давай, Леш, держи свой сквад. Раз. Так, следующее упражнение на assisted pistol squats, 10 раз с весом, поехали. Молодец, Кирилл. 10 раз на каждую ногу. Идеально. Давай, 10 рэп и человек. Тащи, Кирилл. Следующее упражнение с бок степс с весом 12 раз. По 6 раз на каждую ногу. Так, Кирилл, в очередь. Вау, Кирилл, что за скорость? Молодец. Вот тебе full body. Да, Кирилл? Full body тренинг. Идеально, да? Так, уже
Мы уже сделали почти все. Сейчас заканчиваем воркаут. У нас последний осталось бокс-сет. Леша делал последний рэп. Последний сет, точнее. Давай, Леш. И все, и мы закончили наш 25-й день. Хорош, Леш. Давай пять. Мы сделали 25-й день. Изи, Леш. Это был просто интенс. Мы все мокрые. Был full body workout, были ноги, были руки. Опять. Сделаем фотку обязательно. Да, сейчас сделаем фотку. И вы увидите нашу трансформацию. Ну все, мы закончили бокс-сепс. Это было последнее упражнение 25-го дня, Леш. Не могу поверить. На, заканчивай нашу программу. Давай. Это был лучший челлендж, который мы когда-либо делали. Да, это челлендж от Крис Херри. Вау. И что тут будет? Прекрасное чувство. Ну-ка, dance full body. Наша easy программа. Не-не, прогресс. Вот. Все сделано. Все 25 дней. Вау, Леш, это инсейн. Сык. Не могу поверить, мы это сделали. 25-й день был реально очень тяжелый. Ну все, мы рады и будем дальше смотреть, что будем делать. Другие челленджи. С 25-го вернемся. Вот, но мы стали однозначно сильнее. Благодаря Крис-Херри. Да, Calisthenics теперь у нас. Да. Мы подняли уровень. Да, наш уровень, да. Calisthenics. Молодец, Леш. Вообще идеально. Все, до следующего воркаут влога, если что-то другое начнем, обязательно увидите на нашем YouTube-канале Overflow Clan. Подписано Twins Transformation. Там мы все выкладываем. На встречу Кирилла Гусев, Алексей Гусев. Все. Пока.